Ведран, с возвращением. Я правильно понимаю, что ты знал, что будешь играть еще задолго до матча? Спасибо, да, уже сразу после игры с Спартаком тренер сказал, что я должен готовиться к этой игре и готовился, но, конечно, жалко сейчас, что так проиграли. Играли в три центральных защитника, для тебя это во многом непривычная схема, может быть? Ну, я играл раньше и для Локомотива, для сборной, поэтому ничего странного не было в этом. Коста, Гризман, было там что-то особенно сильное? Ну, сейчас после такого поражения, конечно, сказать, что ничего сильного не было, было бы, конечно, лучше молчать, но хороший нападающий, хорошая команда, но думаю, что мы сделали три огромные ошибки и привезли себе три гола. Поначалу хорошо действовали, слаженно, компактно. Гол такой, ну, во многом случайный, да, и нет, вот нет понимания того, что если мы не пропустили в тот момент такой мяч, было бы по-другому все. Ну, сейчас нельзя говорить, что могло быть. Просто должны эту игру, конечно, забить, сделать выводы, где ошибались. И для нас очень важная игра уже в понедельник, и должны уже думать о этой игре. В раздевалке после матча какая атмосфера была? Ну, конечно, настроение так плохое. Все думаем, что должно было закончиться намного лучше, потому что чувствуем, что хорошо играли, хорошо бронялись, но просто не повезло. Может быть, чуть-чуть опыта не было в такой играме. И просто сделали, что раньше сказал, три ошибки и привезли три гола. Можно сказать, что с Лигой Европы, пожалуй, уже все? Сейчас, конечно, шанс всегда есть, но сказать, что мы обыграем у них 3 или 4-0 там в Москве, конечно, не надо. Надо думать о игре в понедельник, это самая важная игра для нас, а что будет в четверг, посмотрим.